Старт дан. В свет вышла новая серия марок к чемпионату мира FIFA. Единственный бразилец, который в прямом смысле приложил к этому руку, Жозе Феррейра. Легионер Крыльев Советов теперь очень горд. Конечно, мне очень приятно присутствовать здесь. И, конечно же, я пошлю письма с марками своим друзьям и семье. Уникальность события еще и в том, что сам штемпель необычный. Он изготовлен специально для Самары. Сейчас в каждом городе организаторы Мундиаля гасят новые марки. Для филателистов это редкий праздник. В свое время в СССР выпускались марки, и теперь вот они, как получается, марка на марке, этот выпуск. Ну и памятное гашение, посвященное выходу этих марок. Штемпель действует один день, поэтому приехал из Саратовской области, чтобы послать письма по России. Ограниченная серия состоит из 6 марок. На каждой изображена копия марки времен СССР. Их выпускали в честь участия страны в чемпионатах мира по футболу разных лет. Желанный экземпляр в коллекции филателиста. Вот эта спортивная тематика, спортивный дух, он захватывает не только на, скажем так, спортивной арене, но и вот уже в таких определенных коллекционных вещах, как марки. После официальной части штемпель отправился в главпочтамт на Ленинградскую. Именно здесь все горожане могут купить и погасить новые марки. Здесь же Александр Казаченко рассылает письма своим друзьям-филателистам по всей России. Чтобы порадовать близких в других городах, письмом с уникальным штемпелем, уникальной маркой нужно поторопиться. Ведь марок таких в Самаре только 500, и половину из них выкупили за первый час после старта продаж. Как видите, нам все-таки повезло, и мы успели. Валерия Макарова, Максим Гусев, Алексей Золотенков. События.